The killer wind came down without a warning, and no one had the chance to get away. It was a desperate solution. In all 3,400 man-made, these were frogs with bitter eyes. Niin, päivä 11. Mitähän tänään keksisimme? Jotain pitäisi varmaan lootata. Ja sitten näitä voisi katsoa itse asiassa. Eli... Tää on Chernobylite. Faktoja puuttuu. Musta talkkari. Sitä oikeastaan tiedetä vielä mitään ja... Vaimostakin on vaan pari vinkkiä. Носорог 3, это синяя птица. Как слышите меня? Прием. Это Носорог 3. Слышу вас хорошо, прием. Носорог 3, планы изменились. Дед Мороз отправляется в детский сад в Копачах. Расчетное время прибытия через 3 часа. Обеспечьте сопровождение вертолета. Прием. Будет сделано, синяя птица. Выдвигаемся. Будем на месте через 2 часа. Конец связи. Дед Мороз. Мы с Борисом называли так профессора Семенова. Еще когда были студентами. Ха. Возможно ли? Благодаря ему я приехал в Припять много лет назад. Он помог Татьяне получить работу, а теперь сотрудничает с НАР. Наверное, у него есть на то причины. Он всегда был настоящим ученым. И он — моя главная надежда найти Татьяну. Я должен с ним встретиться. Он был твоим наставником, да? Попробуй найти его, если для тебя это так важно. Только будь начеку. Я всегда начеку, Оливер. Ага. Скорее всего, его будут охранять. Постарайся проскочить незамеченным. Не строй из себя Рэмбо. Окей. Тää tuli eilen. Mä voisin itse asiassa... mennä tonne ensiksi. Взрывчатка? Я всегда знала, что в тебе есть что-то взрывоопасное, профессор Хименюк. Ага. Только будь осторожен, дорогой. Иногда ты помогаешь кому-то, а потом приходится за него отвечать. Täällä ei muuten ihan hirveä sähköitä. Сашко, я на месте. Да ты без проблем найдешь его. Одноэтажное здание на границе Ока Москвы. Кажется, я знаю, где это. Ouch. Nyt menee huonosti. Черт, черт.
Наверное, я что-то видел. Ei taas. Jatkuvasti jään kiinni. Niin. Tää on siis ei-letaali tää tapauttaa noin, se ei syö mielenterveyttä. Kemikaaleja löyti sentään. Kumma juttu. Rapaskat. Зачем ты вернулся? Я рассмотрел, у тебя полно сюрпризов. Ничего. Это еще не конец. Viimeinen täyteinen. Ja näin myrsky on ohi. Okei, eli jos mä kuppaan liikaa, niin toi tyyppi tulee paikalle. Näin sen taistelupari näkemys. Tietysti, miksikä se ei. Привет-привет! Хочешь поторговать? Не могу не спросить. Мы же в самой жопе мира. Почему ты вообще этим здесь занимаешься? Здесь повсюду жопа мира, друг мой. Иногда для того, чтобы построить успешный бизнес, приходится сворачивать с проторенной дорожки. Этому меня лично Уоррен Баффет научил. Ты знаком с Уорреном Баффетом? Ну, нет. Я его на Ютубе зато видел. Считай, то же самое. Видео-то Ютубист. Ладно, Атлант, расправивший плечи. Покажи, что у тебя есть. Думаю, я пока наторговался. Я кое-кого ищу. Возможно, тебе знакомо это имя. Татьяна. Татьяна Амалиева. Она работала на электростанции. Она пропала 30 лет назад. О, прости, друг. Женщин я давненько не видел. Слишком занят. Занят? Чем? Созданием целого мира новых возможностей. Я... как Гордон Гекко, только умнее. И как Джек Ма, только усерднее. Ты ахнуть не успеешь, как я построю свою коммерческую империю на руинах Чернобыля. Ага. Удачи. Ешь водка.
Ну-ка стоять! Ты на территории Припятской братвы! Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть? Что ты там говорил про коробку с лутом? Один паёк. Договорились. Это вот лоботка. Держи. Это тебе. Лутбокси ностин. Мне пора идти. Братва Фурева! Игорь! Okei, tuli aika paljon ammuksia. Selvä. En voi valittaa, että tää on huono, mutta mulla alkaa mielenterveys olla siinä kunnossa, että... Сашко! Я нашел коробку, но она пустая. Какие-то ошметки валяются и... А крысы могли растащить твои заряды? Это райхаула, мажорста. Эти твари, должно быть, не слабо проголодались. И что теперь? Мобирайрата. Без взрывчатки работы у нас с тобой прибавится. Я могу сделать смесь с нуля, но для этого мне понадобятся ингредиенты. Только сначала надо разобраться с крысами. В смысле? Детонатор у тебя, жми на кнопку. Эй, это еще зачем? Чтобы отправить этих гадюнышей в крысиный рай. Нефиг им там шнырять с моей взрывчаткой в брюхе. Ладно, отправляйтесь к великому крысолову, мои пушистые друзья. Tietenkään rehdä, kun sinä sytyt itä. Ничего? Блин. Ты реально нажал на кнопку? Охренеть! Ничего не случилось. Конечно, ничего не случилось, дубина. Он не настоящий, но, блин, Игорь Хименюк. Профессор, любовник, пироман. Очередная идиотская шуточка. А знаешь, я уже даже не удивляюсь. Это не настоящий детонатор, болванка. Я просто решил тебя подколоть, профессор. Поверь, я не стал бы рисковать жизнью моего храброго партнера. Но тебе все равно придется тащиться в другой мой тайник за нужными ингредиентами. Он рядом с переходом между зданиями. Meni ihan päin mäntyä. Aha, adrenaliinia vaan mukaan ja... Adrenaliinilla siitä selviää. Tahansa muussa pelissä tää voisi olla ok, mutta ei tässä. Ei se vaan onnistu. Mä vaan koko ajan juoksin sotilaisiin. Toi ei onnistunut niinku, että sitä ois lähtenyt purkamaan. Твои поиски подходят к концу. Кто знает, что Нар теперь с тобой сделает? Лучше тебе не знать, что они для тебя приготовили, любимый.
Тебе нужно срочно выбираться отсюда. Думай, Игорь, думай. Это Ашлангелоса. Просто раскалывается. Где я? Нужно найти генератор порталов. Melkoinen mäkkäri. No okei joo. Заключенными, чтобы мы разбирались со всей этой херней. Мы тут в полной жопе. Ну, знаешь, отсюда есть и другие выходы. В каком смысле? У этого Хименюка, которого задержали недавно, короче, у него была телепортационная пушка. И ты что? Ее попробовать вздумал? Совсем крыша поехала. А ну-ка отдай! Да успокойся. Hän nyt tää onnistuu siltä muuta. Miten tänne alle pääsee? En tiedä. Tätä on. Lähetään pois täältä. Думал о секретах. Каких-то конкретных секретах? Ты знал, что результаты медицинских исследований после бомбежки Японии были засекречены? О, ты всегда знаешь, как начать день на веселой ноте. А вообще это неудивительно. Мне об этом рассказал один американский дипломат. По его словам, армия США была в шоке, узнав о том, какие последствия вызывают радиоактивные осадки. Они же в Манхэттенский проект вбухали больше 20 миллиардов долларов. После такой выдающейся победы они не могли рассказать общественности о заражении. Даже американские солдаты, которые помогали японцам отстраивать города, начали болеть. Так что власти конфисковали всю медицинскую документацию, как японскую, так и американскую, и засекретили ее. Печально. Главным преступлением ядерных держав перед своими гражданами было то, что они не признались, что длительное воздействие даже низких уровней радиации может быть опаснее, чем высокая доза, полученная за короткий промежуток времени. Да, такие секреты убивают людей. Слушай, может, поучишь меня своим... военным хитростям? Вряд ли. В том, что касается навыков выживания или стрельбы, никаких хитростей нет. Но я с радостью обучу тебя основам. Да и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять. Отлично. Perfect. Тогда начнем. Okay. Иди за мной. Теперь я научу тебя, как оставаться незаметным, если спрятаться почти негде. Твоя задача — быть максимально быстрым и очень тихим. Пока ты в укрытии, найди еще одно. Оно должно быть рядом с твоей целью. Следи за врагом и при первой возможности двигайся вперед, стараясь не шуметь и не высовываться. Я буду твоим противником. Начинаем!
Отлично, Игорь. Это здорово повысит твои шансы на выживание. Ого. Sen nää kaks muuta ampolloja tolla. Se on Tsernyblaittia kasvanut tosta ydinvoimalasta. Suoja-astiasta. Сэр! Доброе утро, сэр! Хватит меня так называть. Что ты хотел, Миша? Да стебусь я над тобой, расслабься! Скучно тут. Ты ведь раньше жил в Англии? Кушал английский завтрак, устраивал себе 5 o'clock, рассекал на Астон Мартине, потягивал мартини, крутился в высшем свете. Настоящий, сука, Джеймс Бонд. На завтрак я овсянку ел, если что. Да попустись ты, я шучу. Хотел я как-то на дело с британцами. Нормальные ребята. Мешали столичную с Рэдбулом. Больные ублюдки. Миша, тебе заняться нечем, что ли? Я знавал одного парня, когда вел дела в Москве. Не совсем британец. Шотландец. Кажется, Дэниел его звали. Он был просто помешан на московских канализациях. Он искал проводника. Ну, я и устроил ему подземную экскурсию. Заодно еще истории чумовых рассказывал. О бомбоубежищах под Москвой-рекой, в которых Путин спрячется во время зомби-апокалипсиса. О рептилоидах с Нибиру, которые контролируют, сколько сахара тебе в Старбаксе положат. Правда, он довольно скептически все это воспринял. Напоминает мне тебя в плохом смысле. Почему? Ты слишком много времени провел на загнивающем капиталистическом Западе, товарищ. Ха-ха. Ты понимаешь, о чем я. В общем, надеюсь, наш скромный образ жизни не слишком тебя шокирует. Поверь, в душе я остаюсь украинцем. Отлично. За это стоит выпить. Как только я найду что-нибудь, что горит. Миша, ты всякое повидал. Можешь научить меня выживать в зоне? Говно вопрос! Это ты очень круто придумал, Игорь. Одобряю. Споры приготовления травок и грибов, поиски еды, лечение огнестрельных ранений. Без своих навыков я бы в этой идее долго не протянул. Отлично. Тогда начнем. 15% on ihan hyvin itse asiassa. Чем мы там занимались? А, вспомнил. Я научу тебя собирать припасы. Сталкеру охрененно важно уметь различать травы и грибы. Понимаешь? А еще нужно подмечать по дороге всякую полезную хрень. Ну там электронику, запчасти. Ясно тебе? О, то, что надо. Из этого говна можно собрать что-нибудь очень крутое. Главное, не тормози и гляди по сторонам. Если будешь слоняться как идиот, какая-нибудь тварь подкрадется и отгрызет тебе жопу. Поэтому мы будем практиковаться по секундомеру. Я дам тебе 60 секунд, чтобы найти что-то полезное. Пофиг, готов ты или нет. 3, 2... Пошел! Часики тикают, Игорь. Осталось 40 секунд. Секунд.
времени, профессор. 10 секунд. Время вышло. Ну, Игорь, посмотрим, чего ты насобирал. Неплохо для ученого динозавра вроде тебя. Совсем неплохо. На этом все, Игорь. Тэмменный харьотус. Я смотрю, ты делаешь успехи. Надеюсь, ты не облажаешься. Ладно, давай за дело. Ого, где же нори каверио? Оливери он тосса. Привет, Игорь. Рад, что ты быстро освоил новые приемы. Главное, не останавливаться на достигнутом. Какие новости, профессор? Да никаких, Сашко. Как идет расследование? Продвинулся в поисках своей подруги? Ну, сдаваться я пока не готов. Так держать. Я на своем брате Руслане тоже пока крест не ставлю. Да. От семьи отрекаться нельзя. Ты, кстати, говорил как-то о своем отце. Он тебя искать не будет? Не думаю. Почему? Не хочу об этом говорить. Ага. Хорошо. Не буду лезть не в свое дело. Все одно я про своего старика ничего хорошего сказать не могу. Он жестоко с тобой обращался? Жестоко обращался? Люди с образованием всегда находят самые нейтральные слова для самых шутких историй. Он был конченным садистом. Ага. До полусмерти избивал меня и Руслана, пока мы не подросли. Достаточно, чтобы постоять за себя. Вот как. Дали ему сдачу, значит? Можно и так сказать. Сбросили старого урода в колодец за домом. Что вы сделали? Я надеялся, он утонет. А вместе с ним и наши проблемы. Но нам, как обычно, не повезло. Он отделался сломанными ногами. Вы его вытащили? Собирались. Но выяснилось, что наш сосед хранил на дне колодца свой запас самогона. Так что папаня решил не вылезать и залить свое горе. Да уж, Сашко, вот эта история. Там, где я жил, таких историй полно, профессор. Привет, Сашко. Ты же парень опытный. Может, ты меня чему-нибудь научишь? Ну, там... Как жить на улице? Хорошо. Я тебе расскажу. Кое-что могу и показать. Но без практики толку не будет. Отлично. Я готов учиться. Хавикко on niin tehokas asia sitä mustaa stalkeria vastaan, niin me saatan ehkä tarvita oikeasti lisävahinkoa. Привет, партнер! Сегодня я научу тебя обращаться с дробовиком. Этот малыш может задать жару и сбить с ног даже самого крепкого противника. Но я думаю, ты это и без меня знаешь. Ты ж боевики смотрел. Особой меткости эта штука не требует, что уже плюс. Разброс у дробовика серьезный. Так что очки можешь оставить дома. Теперь к делу. Стреляй, когда будешь готов. Отличный результат, Игорь. Если с твоей невестой в итоге не выгорит, ты всегда можешь связать жизнь с криминалом. Заслуженному профессору вроде тебя может понравиться пуститься во все тяжкие. Думаю, на сегодня достаточно. Дальше дело за практикой и старанием. Взрывчатка? Я всегда знала, что в тебе есть... On tää vähän itse asiassa myöskin niinku
ei oo millään helpoimmalla. No niin. Okei, tuolla on yksi. Okei, alemmassa kerroksessa edelleen. Lava alkaa aika loppuun pikkuhiljaa. Tulee toi ihan... Paha stalkeri tulee jostain. Okei, luultavasti mä joudun poistumaan täältä menemään. Nimen ulkokautta. Ja liikaa nopeutta tietysti. Oliko se sotilaiden autossa se hardware? Tais olla muuten. Niin kun ne oli löytänyt, se oli haudattu tohon noin. Сашко! Я нашёл твои ингредиенты! Круто! А то я уже решил, что потерял любимого подельника и соучастника! Ты что, шутить пытаешься? Ну пытайся дальше! Ennen kuin musta stalkeri tulee paikalle, niin mä liukenen tästä rikospaikalta. Сашко, ты знаешь, чем динамит отличается от нитроглицерина? Todennäköisesti ei se epi. Я хочу, чтобы ты был стабильным, как динамит. И не был, как нитроглицерин, который тупо взрывается на ровном месте. Если хочешь приготовить омлет, придется бить яйца, я прав. Раз ты такой знаток яиц, мог бы помочь с готовкой. Не, это не по моей части. Лучше займусь своим делом. Взрывать все к чертям. Ю, профессор, чё как? Добрый день, Михаил. Слыхал про Кашпировского? А, было дело. Когда он стал известен, я уже жил в Великобритании. Меня тетя возила в Славутич на него посмотреть, когда я еще совсем мелким был. Это всего в 50 километров от Чернобыля. Он устраивал сеансы экстрасенсорного лечения для ликвидаторов. Экстрасенсорное лечение? Ну и бред. Вот почему ты такой, Игорь? Почему ты так узко мыслишь? Открой свой неподатливый разум! Хотя бы допусти вероятность существования чудес! Маткустелее erilaisissa ulottuvuuksissa Чернобылайдена ула, niin se on aika... Ja kuulee vaimonsa ääniä. Все остальное — это фантазии или просто домыслы. А разве нет других взглядов на мир? Альтернативных научных теорий? Нет. Если что-то нельзя доказать при помощи научного подхода, значит, это лишь субъективное мнение. Но, может, разные научные картины мира могут как-то сосуществовать? В конце концов, это все в нашей голове. Что, если Земля может быть одновременно шаром и лепешкой? Земля не шар. Это сплюснутый сфероид, мать твою. Видишь? Ты уже начал выдвигать альтернативные теории. Так держать! Это не альтернатива. Я знал, что ты можешь смотреть на мир шире. Рад, что ты мой дружище и горище. Ладно, хватит болтать, у нас еще дел до хрена. Конечно, как скажешь.